Здравствуйте, меня зовут Домна, и сегодня я хочу вам показать, как сделать мимозу. Для этого я взяла вот такие бусинки желтого цвета, бисер желтого цвета с оттенком зеленого и зеленый. Давайте приступим к работе. Берем бусинку одну. И прокручиваем под бусинкой несколько раз. Теперь берем бисер желто-зеленый и набираем. Теперь делаем оборот вокруг нашей бусинки. И закручиваем. Делаем еще. Набираем бисер. И делаем еще одну петельку вокруг бусинки. Проволока у меня медного цвета, 0,4 миллиметра. Прокручиваем и делаем еще одну петельку вокруг бусинки. Таких петелек мы будем делать 5 штук.
Вот такая веточка получилась. Теперь приступим к листикам. Листики я буду делать из такого зеленого бисера. Набрала бисер 0,4 миллиметра проволока зеленого цвета. Сейчас я вам покажу, как я буду делать листики. Берем, делаем петельку и вокруг этой петельки делаем еще одну петельку, и получится вот такой листик. Будем делать вот такие листики, по 3 с одной стороны, 3 с другой, 1 посерединке. Всего 7 лепесточков получится. И потом желтенькую веточку будем прикреплять к листикам. К такой веточке я сделала по 3 вот таких зеленых веточки. Сейчас я вам покажу, как это делается.
Вот получилась зеленая веточка. Теперь мы ее присоединим. Возьмем еще одну зеленую веточку. Их три получается. И вот такая получается веточка мимозы. Сейчас мы будем соединять веточки. Для этого возьмем проволоку потолще и прикрутим эту веточку строительным скотчем. И к этой веточке приделаем еще две веточки. Поменьше проволоку я сделала. Веточка тройная. Вот получилась вот такая веточка. Таких веточек по 3 нужно сделать 15 штук. Вот еще веточка. Еще веточки. И одну веточку посередине я прикрепила 3 веточки прямо. Прикрепила. Это серединка. Теперь мы будем формировать дерево. Все веточки будем присоединять к серединке и приматывать строительным скотчем. Вот так я присоединю всех, замотаю, и получится вот такое дерево. Дерево я все собрала. Теперь я буду его сажать. Вот что получилось.
сажать я буду вот в такую форму. Она тоже зеленого цвета. Залью сюда гипс и его посажу. Но прежде чем посадить, я весь бисер уберу в пищевую пленку, чтобы можно было покрыть веточки гипсом. Я налила сюда гипс. Теперь будем сажать дерево. Дадим дереву застыть и будем покрывать ствол гипсом. Разводим гипс пожиже. И теперь будем промазывать все веточки. Все, промазали. Теперь немножко утолщим ствол. Возьмем бинт, обмакнем его в гипс и будем заворачивать ствол, чтобы он немножко был снизу потолще. Все, ствол готов. Теперь мы дадим ему подсохнуть, оставим его на 12-24 часа и потом приступим к покраске. Дерево подсохло, теперь я его буду покрывать краской. Краску я выбрала вот такую акриловую коричневого цвета. Это будет ствол.
Сейчас я его покрашу. Вот таким образом прокрашиваем весь ствол. Потом будем покрывать лаком. Прокрасили. Теперь берем другую краску оттеночную. У меня она вот такая. Сейчас я немножко ствол покрою еще такой красочкой. Чтобы придать оттенок дереву, немножко такой краской покрою. Краска немножко подсохнет, ею покрою ствол лаком. Для дерева я выбрала лак клен. И сейчас его покрою этим лаком. Вторым слоем я одним слоем уже покрыла, и теперь осталось вот вторым слоем покрыть. Дадим дереву подсохнуть и снимем защитный целлофанчик. Посмотрим, что получилось. Работа закончена. Я еще сюда приклеила зелененькие камушки. Вот такое дерево получилось. Дерево можно подарить на 8 марта. Кому понравилось, ставьте лайки. Ждите новые видео. До новых встреч!